Кофейня у Пушкина получила такое название не случайно. Расположено оно недалеко от улицы Пушкина и памятника великому поэту у главного корпуса санатория «Делуч». Авторы постарались передать атмосферу той эпохи с неспешным ритмом, создав в Анапе место досуга для творческих, интеллигентных людей. Мы ведущие лечебное учреждение Анапы, но помимо того, что больные получают у нас прекрасные природные факторы и процедуры, они, конечно, должны еще получить еще что-то для души, что-то развлекательное. Поскольку мы за здоровый образ жизни, то мы решили открыть хорошее кафе, где можно было прекрасные сорта кофе, чая, коктейли. И пришла также идея чем-то оживить наше кафе. Поэтому 2 раза в неделю мы стали проводить музыкальные вечера. Музыкальная гостиная, где можно послушать и классические произведения, и современную эстрадную музыку, где выступают музыканты и нашего города, и Краснодара, 2 раза в неделю по пятницам и воскресеньям собирает немало ценителей творческих вечеров. Здесь можно полакомиться блюдами, которые так любил Пушкин – яблочные маковые пирожки. А фирменный десерт, который так и называется у Пушкина, уже обрел немало поклонников среди посетителей кофейни. А также здесь можно отведать малиновый десерт, черничный, вишневый. Причем, что немаловажно для поклонников здорового образа жизни, все блюда готовятся из натуральных ингредиентов. И, конечно же, обширная кофейная карта и большой выбор сортов чая. Мы рады предложить нашим гостям в кофейне у Пушкина наше эксклюзивное меню, куда входят натуральные чаи, горные травы, зеленые чаи, молочный улун, жасминовый, чай черный Ассам, также фирменные десерты, которые делает наш шеф-повар. Также в кофейне у Пушкина можно приобрести и выпечку к праздничному столу. Накануне Пасхи пекарня этого заведения порадовала посетителей вкуснейшими куличами. Как депутат 1-го округа, я хочу поздравить всех со светом воскресением Христовым, пожелать всем счастья, любви, здоровья и веры. Провести время с пользой для души и здоровья можно в кофейне у Пушкина по адресу Анапа, улица Калинина, 23. И, несомненно, это заведение станет еще одним вашим любимым местом для семейного посещения, где можно не только полакомиться вкуснейшими десертами, но и принять участие в интересных мероприятиях.